Друзья, всем привет! С вами я, Чайковская Екатерина. И я вам расскажу про 7 полезных лайфхаков для Adobe Illustrator. Лайфхак номер 2. Вылезла сетка перспективы. Это один из самых популярных раздражающих моментов, с которыми приходится сталкиваться при работе с Adobe Illustrator. Многие начинают искать, что где находится, и попадает на такую прекрасную вещь, как сетка перспективы. Основная неприятность, которая доставляет эта сетка, то, что если вы с ней не работаете, непонятно, как ее убрать. Убрать ее очень просто. Ctrl плюс Shift плюс I. И сетка пропадет.